Если это и видеоигра, то очень реалистичная, хотя предназначение этого учебного комплекса заключается отнюдь не в развлечении. Динамический тренажер эффективного вождения грузового автомобиля максимально придает ощущение, как при поездке в кабине настоящей машины. Таких установок в России всего около десятка. С помощью их можно прокатиться по бездорожью, крупнейшим городским развязкам нашей страны или отработать навыки вождения на площадке, даже не выходя на улицу. Мой коллега Егор Орлов попробовал, каково это. Это мне посоветовали всегда стартовать со второй скорости. Тогда машина ведет себя более послушно и тронуться легче. Если резко отпустить сцепление, то машина начинает дергаться. И причем делать это очень реально, вот как сейчас, перед поворотом. Это всегда у меня так, перед каждым поворотом. Водить грузовик не так просто. Тем более делать это эффективно. То есть так, чтобы машина не получала механических повреждений из-за неправильной эксплуатации, оптимально расходовала топливо и экономила владельцу деньги. Поэтому интерес к Челнинскому учебному комплексу проявляют многие компании-перевозчики, и не только они. Мы не ожидали, что такая будет быстрая как бы отдача, востребованность. И вот то, что мы сегодня видим, это обучение руководителей автомобильных и начальников автомобильных служб Минобороны. Показывает, что в общем-то интерес очень большой, и я думаю, что эта программа будет достаточно быстро и эффективно развиваться. Военные в течение 2 недель будут проходить обучение на динамическом и статическом тренажерах. Оранжевая кабина не передает ощущения движения физически, но отработать навыки эффективного вождения позволяет. Все фиксируется через компьютер, в том числе и ошибки шофера. Гораздо сложнее, чем на обычном автомобиле ездить. Если научиться на нем ездить, то я думаю, потом при практическом вождении на настоящем автомобиле это будет более легче обучение происходить. Тренажер – это лишь высокотехнологичный инструмент. Программа обучения эффективному вождению намного сложнее. Ее доработка потребует времени. Однако первый и, возможно, самый главный шаг уже сделан. Егор Орлов, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.